философски, другие депрессивно, третьи бесшабашно. Опять же, смотря к какому возрасту. Ага, в цилиндре это я, Галина Пилипенко. А справа от цилиндра бархатный картуз на Кирилле Серебренникова. Так вот, труба к своему младенческому юбилею один год в эфире отнеслась радостно и пригласила гостей в желудок аллигатора. Зловещее название ночного клуба, впрочем, себя не оправдало. Попасть к аллигатору пожелали попасть в ноги. Открыла вечеринку «Астероид Б-612». Для вас играет группа «Астероид». Пожалуйста, встречайте! Группа «Астероид». Хорошие молодые ребята. Поехали. Если журналисты предпочитают получать информацию из первых рук, то все более входит в моду одежда из вторых рук. Дефиле секонд-хенд как раз и фиксирует этот момент. Конечно, поэтому, конечно, вся на тему любви.
Вторая жизнь вещей стала возможной благодаря Злате Резниченко. А вот и она. Злате Резниченко и оригинальным людям из клуба ростовских визажистов. А вот и они. Маниакальные идеи хороши своей навязчивостью, благодаря чему и появилась версия песенки «Утекай». Матерый человечище – это Дима Шарко. Именно с Димы Шарко пошла наша передача истории в стиле рук и труба, которая тоже наша. Радовую станцию! Bye.
Браво, Умка, одна из самых ярких артисток рок-сцены! Браво! Достоверно известно, что Венера вышла из пены морской, а вот художник Вениамин Лазарев вербнул своих моделей в пену для бритья. Красоту обязана Господу Богу, а мы Вениамину Лазареву. А вот и он. День рождения не может обойтись без подарка. Слава Курдин, журналист программы «День дома», написал песню. Диктор Ирочка Савина вручила настоящие розы. Лидер группы «Вегабунд» — добрые слова. Двойник Фредди Меркьюри показала, кто есть кто. Группа «Трансэфир» труба называет своим открытием и весьма радуется тому, что открытие выступило на дне рождения в клубе «Аллигатор». Своего рождения учинила 4 номинации. В номинации «Лучшее воплощение мужского рок-н-ролльного образа» лучшим стал Андрей Виноградов, лидер группы «Люди красного дерева». Причина отсутствия господина Виноградова уважительна, а потому приз передается продюсеру группы. В номинации «Лучшее воплощение женского образа» Ольга Третьякова, группа «Трансэфир» из Азова. Призы – авторская работа Олега Михайловича Захарова, керамическая труба с забавной мордашкой в жерле. Причем на этой трубе можно играть. Четвертая труба по праву была преподнесена Диме Шарко, ведь название номинации «За жизнь в стиле полный трубец». А в номинации «Лучшее визуальное воплощение образов» – клуб ростовских визажистов. И если замечательные люди из клуба ростовских визажистов рисуют в основном на лицах ведущих трубы, то художники школы красоты «Имидж» простирают свои интересы гораздо дальше. Для тех, кто вошел в последнюю фазу возбуждения, рекомендуем подойти к стойкам бара и немножечко охладиться. Процесс татуирования девушки Марины завершился. Посмотрим на результат. Мне было больно, страшно, обидно за бесцельно потраченную кожу.
мечты осуществились благодаря фирме «Мегаполис» и художникам, татуировщикам, которые работают в фирме «Козакс МС Рашен». А пышным хвостом трубы стало выступление Павлина Мавлина. Я знаю твою жадность, я знаю твой покрой. Свое ты не отдашь никому. Свое ты не отдашь, а я твой. Я знаю твою жадность. Твоя жадность мой щит, а жадность верности ума. Это круче, чем верность сердца. В этом твоя мама права. Твоя жадность мой щит. Права, твоя жадность мой щит. Пара-ра-рай, пара-ра-ра, пара-ра-рай-ра, пара-ра-ра, пара-ра-рай, пара-ра-ра, пара-ра-рай-ра. Жадность, любовь, я знаю, это так. Все закипает в крови при мысли одной о потере. Жадность сильнее любви. При мысли одной о потере. Жадность сильнее любви. Пара-ра-рай, пара-ра-ра, пара-ра-рай-ра, пара-ра-ра, пара-ра-рай, пара-ра-ра, пара-ра-рай-ра. Нашего генерального продюсера Николая Ивановича Чеботарева, который на сам... На дне рождения Шарон Стоун, она, как и труба, родилась в марте, торт был семиярусный. На дне рождения трубы ярусов было поменьше. Но ведь трубе не 40 лет, как актрисе, а всего лишь годик. Главное, что труба есть, и она не может не есть.